Режим «Захват» отражает все аспекты Великой войны. В нем реализованы масштабные битвы, а также есть все машины, орудия и животные, необходимые для победы над врагом. В режиме «Захват» нужно захватывать и удерживать цели на карте. С каждой захваченной целью контролирующей ее команде начисляются очки. Чем больше бойцов занимают цель, тем быстрее идет захват. Присутствие у цели солдат противника замедляет процесс захвата. Цели для захвата могут давать контролирующей стороне лошадей и технику. Входить в бой можно на захваченные точки или рядом со своим отрядом. На карте находятся элитные классовые предметы, повышающие огневую мощь. Если какая-то из команд близка к проигрышу, на помощь ей прибывает гигант, чтобы уравнять шансы. Убивая врагов, вы получите преимущество, но победа в войне зависит от захвата территории. Выиграет команда, удерживающая больше целей, дольше соперника. Граната пошла! Теряем цель «Баклан». Полпути. У врага преимущество. Потеряли цель «Баклан». Граната пошла!
Дредноут в пути. Вражеская кавалерия! Вон там! Там их солдат! Потеряли цель Аист. Захватили цель Казан.
Вижу аэроплан! Мы захватили цель Аист. Мы потеряли цель Фазан. Засек вражеского солдата! Мы захватили цель енот. Гранату, сколочи! Граната! Гранатоградов!